Праздником Ураза-Байрам оканчивается пост священного для всех мусульман месяца Рамадан. К нему большинство домохозяек готовятся заблаговременно, покупают вещи, подарки, продукты питания. Традиционно на всех прилавках в канун праздника можно наблюдать рост цен, особенно на продукты, ведь их, в отличие от всего остального, невозможно приобрести заранее. Съемочная группа телеканала «Гелиу» в сопровождении представителя отдела торговли посетили рынки города и узнали мнение горожан по поводу роста цен. Байрам, не знаю, вот это месяц все подорожало. Почему, не знаю. Основное мясо. Мясо тоже баранина, не было 300 рублей, тоже стало. Да. То, что нас давать берут домой, допустим, сейчас перед Байрамом. А это вот, по-моему, такие же цены, по-моему. Я вот брала позавчера, цены такие же были. Из года в год мы наблюдаем одну и ту же картину. Чем меньше дней остается до праздника, тем выше поднимаются цены на продовольствие. Так, по словам продавцов овощного и фруктового отдела, рост цен во многом зависит от поставщиков, которые могут необоснованно завысить расценки на те или иные продукты. Что же касается молочных, колбасных и консервных изделий. Здесь не наблюдается массового увеличения роста цен. Даже наоборот, производителями предоставляются скидки на определенную продукцию. Доставщики сейчас несут, как обычно, еще с акциями. 10 плюс 1 будет. Очень со скидками и хорошие цены будут. Некоторые вещи есть, которые подорожают, такие цены еще с акциями. Ну, оно в прошлом году 580 рублей было, в этом году уже 600 рублей. Особо таких цен не накидываем и не поднялись особо. Праздник, если поднимать, тогда ты понимаешь, вот это все... Торговля не пойдет, не пойдет. И за 10, и за 5 рублей тут люди просто разворачиваются, уходят. Анализируя ситуацию с ценами на рынках и пообщавшись как с продавцами, так и покупателями, заместитель начальника управления торговли Абакар Базаев отметил, что в целом искусственного повышения цен на городских торговых точках на сегодняшний день не наблюдается. Сегодня у нас это рядовое мероприятие по поручению главы администрации города Хасырта в связи с наступлением предпраздничных дней. Какие цены узнать продукты, подняли цены или прошлогодние, как прошлогодние или этом году. Но основной, когда вот совместная проверка делали продукты или там фрукты, другой, там и тогда основной разницы нету. Там минимум 5 рублей, 10 рублей. Перед праздничным вот этим людям желаю крепкого здоровья, счастья, чтобы они цены так же держали. Вот сейчас осталось на основном 10 дней. И чтобы люди довольны были. Также, когда мы спросили с совместным гельцом, они тоже также сказали нормально. Некоторый товар, который принимает, дает им оптовики, связи перед праздником, поэтому уступает цены, как раньше был, уступает 5-10 рублей коробки. Что касается цен на прилавках с конфетами и сухофруктами, то цена, независимо от приближения праздника, остается неизменной. Продукты ежедневного пользования, как рис, сахар, гречка, в среднем подорожали на 2%. Если же сравнивать цены на сладости, предназначенные для раздачи детям на праздник Ураза-Байрам с прошлым годом, так, например, мы можем наблюдать незначительное повышение на 3-4%. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».